там, вы же... У меня знакомая была в Таллине. Она всегда моей сестре говорила: Гаечка, грудь вперед! Грудь вперед, не гордись! Осанка очень важна. Крылья расправить, да. Армен, ты включил? Я должна похвастаться для начала, потому что дольше всех знаю тебя я. Я Катеньку знаю с ее рождения. Да, и ты мне напомнила. Я ее привозила из роддома. Да, и ты мне напомнила. А сколько лет ты ее знаешь? Подожди, мы сейчас посчитаем. 78-го года я знаю. Конечно. Ну да, я не представляю, как так получилось. А то я думал, ошибка какая. 18 лет она тебя из роддома привозила. Оказывается, они везли меня из... Слушай, ты такая молодая. Самарканд в 2 недели. Я не могу остановиться, я летаю с того времени просто. Приезжай на роддом, был так далеко. Нет, она же родилась, да. Ее повезли показать бабушке. Вот, и я должна сказать, что у Светика действительно есть совершенно уникальная способность, талант или дар Божий собирать вокруг себя уникальных людей. Я это помню, я это наблюдала. Вот с такого возраста я была младшей. А можно примеры? Маша. А можно примеры? Конечно. Во-первых, 1 июня в Самарканде, когда расцветал жасмин и сирень, и дом наполнялся этим фантастическим ароматом, это всегда было место и время встречи нашего большого армянского любвеобильного клана. И вообще, в принципе, для меня это был пример вот такой настоящей общности, общины, вот комьюнити с большой буквы, тогда я еще не знала это слово. И это всегда до мурашек прям вот чувствовалось. Я это ждала, потому что с этого начинались мои летние каникулы. Я приезжала из Ленинграда и сразу попадала на этот праздник. Ты готовила фантастические десерты в виде... Но это Павлова, как потом оказалось, в принципе. Это такой усовершенствованный рецепт десерта. Естественно. Потом-то я узнала, что это все королевские традиции. А ты записала рецепт? Нет, я еще не записывала. И вот надо сказать, что так получилось, что ты вот этот свой уникальный хвост в виде, простите уж, но со всем уважением, свиты фантастических людей, ты его за собой переносишь через континенты, через океаны. И вот то, что я наблюдаю, имею честь пропустить через себя и теперь передать Машеньке в Бостоне, для меня это... Ваша честь, вы не ошиблись. Да. Это потрясающая преемственность традиции той самой дружбы, о которой говорил Гарик, любви, которую ты здесь нашла в лице Армена, и вообще дома, который ты создала, дома и вот этого нового мира. Но это твой мир, Светик, которым вот, действительно ты щедро делишься, одариваешь всех нас. И я хочу тебе пожелать, чтобы все атомы этой вселенной продолжали усовершенствовать вот твою жизнь и как-то вдохновлять. И благодетель. Очень хороший дух. Очень хороший. Да. Это музей науки навеял. Да. Очень красиво. От души, от души. Вы механика, вы понимаете? Да. Спасибо большое. Это ты как конец.